Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Владельцы этого имени в основном практики и трезвые реалисты, испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным, несдержанным и неорганизованным. У этих людей может проявляться лень, нежелание ежедневно заниматься кровопотливым трудом, отсутствие прикладных способностей, неспособность концентрации, неупорядоченность, нетерпеливость, непостоянство, отсутствие внутренней самодисциплины, расточительность. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Эти энергичные люди не позволяют себе предаваться мечтаниям, воспринимая только очевидное и реальное, доверяя прежде всего себе и своему здравому смыслу. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.